И вас снова приветствует канал Град, с вами Гитария, и снова у нас Resident Evil 2. Я сейчас хочу попробовать вернуться в полицейский участок старым путем, хотя мне кажется, что вряд ли игра даст мне такую возможность. Так было бы слишком просто, да? Ну, потому что, во-первых, мы нашли специальный ключ, который мне нужен для двери. А здесь у нас... Вот оно как. То есть мне надо вернуть вот эту вот лестницу, да? Хотя еще здесь попробуем... Нет, думаю, что хрена с два я вернусь снова на полицейский участок, либо у меня просто будет другая возможность туда попасть. Но не вот сейчас, как я пытаюсь. Короче, считерить я пытаюсь, но у меня ничего не получится. Я просто хотела посмотреть, подойдет ли вот этот ключ, который мы нашли в морге. Там вроде были какие-то такие двери с розовым значком. Вот. И, соответственно, еще один специальный такой инструмент, который откроет мне железные ворота. Поднимаешься наверх, да? И я не знаю, куда мы выйдем, но, скорее всего, может быть, на улицу или на крышу. Но, видимо, нету возможности здесь так легко попасть обратно в ту локацию, где ты уже был. Так, здесь мы использовали вот этот рычаг для того, чтобы он нам лестницу, но я больше не могу его использовать. Вернее, не лестницу, а, короче, вот этот железный переход вот этот. Он мне подвинул, и я смогла перейти. Но нет, Китария не все так просто. Ладно. Нет у меня шансов вернуться. Да, потому что... Мне надо вот туда попасть, а я не могу. Ну ладно. Не судьба, значит. Но меня просто именно смущает тот факт, что мы эти ключи, которые открывают двери в полицейском участке, нашли здесь, на парковке. Значит, это не просто так, что мы нашли их здесь. Значит, у нас еще будет какая-то возможность вернуться туда. Я думала, что я сама просто могу добежать и все. Ну, просто старым путем, таким, каким я попала сюда, на парковку, вернуться туда. Ну, оказалось, все не так уж и легко, поэтому мне нужно будет... Скорее всего, он нас просто по сюжету как раз снова туда и выведет, потому что в полицейском участке у нас еще полно комнат, которые не открыты, и они должны как-то открываться. Не может же быть такого. Там еще зеленая дверь была с зеленым ключом крести, по-моему. Они здесь вроде как обозначены, как эти карточные масти. Вот. Ладно, в общем. В общем, нет смысла, да. Я думаю, что надо возвращаться обратно. И у меня немного... Короче, как всегда, у меня что-то глюкануло, и не получилось у меня заснять. Помните вот этот... Блин. Откуда она перелезает так? Где ты? Откуда ты придешь? А. Черт. Хрен попадешь по тебе. Еще где-то есть собака. Ты одна?
Нет, она не одна. Вот, вижу тебя. Ах. Вот так вот. Ну, хорошо, что одного патрона дробовика на них хватает. В общем, помните вот этот щит, с которым я довольно долго геморроилась? В общем, Абрамс мне немного помог и подсказал. Да, он решил жалиться надо мной, чтобы не смотреть мои мучения. Не, на самом деле, все это шутка. Просто он дал мне совет, что... Да когда же вы кончитесь-то, а? Собаки. О том, что вот эти стрелки надо вывести на красный лимит. То есть там есть... Короче, там есть красная полоска, я не знаю, как это еще более назвать. Вот, и надо, чтобы эти стрелки были как раз на ней. Обе. То есть там надо просто поиграться с этими выключателями. Поиграться звучит как-то не очень, да? А где ты? Где ты бегаешь? А, вон, я тебя вижу, а че... Куда ты побежала? Ты сейчас меня будешь обходить? Вот тут вот, да? Ну, скорее всего. Да, вот она. Блин, она не одна. Короче, надо... Там 4 выключателя, нужно их, ну, просто попробовать для того, чтобы выставить эти стрелки на красный уровень, обе, с двух сторон. И тогда у нас открывается дверь, да? Вот та, которая меня все время мучила. Что, как же ее... Ах ты ж, блин. Они все выбрались, да? Они все выбрались. Вот я про что и говорю, не вовремя. Ах, напугала, очень напугала. Откроет она эти? Да хрен она откроет. Блин, я надеюсь, мне туда больше не надо будет возвращаться. Ну ладно, я сейчас пока не буду с ней разбираться. Вот, я хочу проверить эту дверь, открылась она или нет. Да, зеленый свет горит. Все, пойдемте туда. Хрен с этими собаками. Так. Что здесь? Темно. Ну, в принципе, все, что мне нужно, у меня с собой. Это полицейский участок. Мы вернулись, да? Да, по ходу дела мы вернулись. Тут есть что-нибудь? Музыка, кстати, некоторыми моментами напоминает музыкальное сопровождение в сериале X-Files, секретные материалы. Там вроде никого не было. Ну, по крайней мере, я сразу не заметил. Вот особенно сейчас музыка, блин, прям так похоже. Так, ладно, это такая комната нейтральная, да, где у нас есть... Блин, у меня патронов мало, поэтому возьмем этот пистолет. И травку, и все. И у нас инвентарь опять забит. Блин. Ладно, пусть... Они, короче, лежат. У меня есть одна смесь. Пусть будет. Так. А я могу синюю объединить? Так, сейф, сейф, драгоценный сейф. Да. О, порох. Шикарно. И патрончики. Блин, спасибо большое. Патронов здесь вообще не хватает. Адски не хватает. Патроны для револьвера? Серьезно? О, еще одна.
Интересно, сколько мне таких надо уничтожить, чтобы получить еще одну ачивку, или это единственная была? Так, патроны для револьвера. Это уже что-то новенькое. Но у меня нету револьвера. Поэтому... Блин, что мне положить-то? Этот ключ мне тоже пока не нужен. Мы все равно ушли с парковки. Ладно, хрен с тобой. Положу я, короче, и их тоже. Ладно. Выходим. Ты ж падла. Ну, вот так вот тебе замуровали мы, в общем. Ага, комната отдыха. Все, я поняла. Мы на первом этаже полицейского участка. Вот мы можем как-то в котельную пройти, наверное. Что, где? Господи. Блин, стрелок я от бога. Не могу попасть, и прицел не работает нормально. Ну вас нафиг. Короче, вот так вот. Ему пофигу, блин. Он... Все, дробовика нет, 12 от пистолета. И вот хорошо, что они туповаты и ломятся только в одно окно, когда есть другое. О, блин, блин, блин. Он жрет труп. Черт. Мне так и так пришлось бы в него стрелять. Все. Те вроде не встали. Пока что. Блин, а где мой фонарь? Здесь не так уж и светло. Сейчас я вставлю вот эту деталь. Ага. Блин, там кто-то еще есть. О боже, это Эллиот. Прости, парень, прости, пожалуйста. Блин, только не говорите мне, что в холле с Марвином то же самое. У него уже были позывы, так скажем. Ой. Кто? Чтоб тебе... Почему вы не можете сразу встать? Так, надо мне все-таки, я думаю, брать этот пистолет. Блин, они тоже встали. Или нет? Так, пленка, точно, пленка. Проявить пленку мы здесь можем, раз уж мы попали в полицейский участок. Так, ну, возьму я тебя тогда тоже. У тебя там 15 патронов, это все-таки не просто так. Да блин. Хрен попадешь, они шатаются из стороны в сторону, хоть и медленно, но они шатаются, и поэтому прицелиться в голову очень сложно. А если ты стреляешь в какое-то другое место, то ему как бы плевать. Надо именно в голову попадать, я так понимаю. Самый действенный результат. Эллиот. Бедняжка Эллиот. Так, ну здесь мы были, да. Да, я помню эту мясорубку тут. Да пошли вы, блин. Так, где тут выход-то? А, вот они. Вот они, эти кровавые ступеньки, блин. Да, холл. Мы вышли в холл. Так, мне надо вот сюда, фотолаборатория. Так, через западный офис, ну да-да-да, через стандартный западный офис.
Мы должны пройти. Ну да. Ёперный театр. Нет, я туда не пойду. Твою мать, а что он там делает? Он спустился с третьего этажа, вот когда мы забрали тот медальон, да? Я же его тогда не убила там. И он... Блин. А я тихо не смогу пройти. Он вон он ходит, он на дверь реагирует. И нас... Ну, свет он не видит. Он слепой. Он реагирует на шум. А я бесшумно хрен пройду, блин. А как же мне попасть-то в фотолабораторию, минуя это? Да никак. Мне по-любому его надо убивать. Ладно, хрен с ней с этой пленкой. И у меня нет дробовика. И патроны мне тоже... Ой, блин. Марвин Марвин? тоже стал. А, черт. Прости, пожалуйста. И, черт, я понимаю, что это очень жестоко. Ой, как это жестоко по отношению к Марвину. Твою мать. О. Да, я обязательно с этим покончу. Блин, просто в мясо. Прости, пожалуйста. Ладно, забудем. Блин. Что, я хотел сказать, что там тоже кто-то есть? Я слышу шаги. Или это мы? Это мы так громко ходим? Блин, интересно, эту сигналку можно как-то вырубить? Так, где-то... Ну, здесь у нас этот... Да, горит вертолет. Он тогда взорвался, и пройти мы здесь не можем. Ничего. А, вот она, да. Так, только подойди, пожалуйста. Да, используйте. Она подходит. Отлично. Отлично. Куда мы выходим? Длинный коридор, который не сулит ничего хорошего. Новая локация, где полно новых зомби. По-любому. Главное, чтобы здесь не было лизуна. Поэтому я еще иногда, блин, смотрю на потолок, на всякий случай. Но, в принципе, он бы нас уже услышал. И уже где-нибудь бы допоявился. Так, а что у нас здесь? Блин, нет, у нас здесь не этот. У нас ромбик, у нас бубны. А это черви. Блин, ну а что, здесь не было двери со значком бубна? Только черви. О, выйдет, интересно? Я думаю, нет, он заперт, наверное, да? Я надеюсь. Но помимо него здесь... А вот этот выйдет. Так. Сейчас я... Стоит мне только пройти чуть-чуть сюда. Давай выбивай дверь. Ой, окно, то есть. Нет? Блин, и здесь эта дверь. Выбил. А здесь зеленая. Так, объединяем. Все. А здесь у нас крести. У меня и крести нету. Значит, блин, я ошиблась, что здесь есть дверь с ромбом, с бубнами.
Ну, на тебя, в общем. Обиделся? Он обиделся. И куда-то пошел. А, там какая-то комната. А, вот она как. Он заперт в комнате. Ну, чтобы он меня не раздражал. Да. И все равно ни хрена я открыть не могу. Так, это не то. Так, здесь что? Здесь что? Пригодится. Так, хорошо. Световые гранаты можно объединить. Уже плюс. Патроны. Добери их. Леон, не тупи. Забирай, блин, всего 8. Мне это вообще как шло, так и ехало. Ну, все же живем. 8 это не 0. Так. Это что у нас? Нету здесь этого лизуна? Я слышу, что здесь кто-то есть, но это вряд ли лизун, это, скорее всего, просто зомби. Так, большая шестеренка. Что? Нет места? Ей нужно... Ей две ячейки нужно, да вы издеваетесь. Две целых, мать его, ячейки. Где же я вам столько найду? Где ты? Где он ходит? А то просто так нечаянно на него нарвешься и хрен убежишь. Вот он. Ой, этот какой-то быстрый. Эй-эй. Мой драгоценный нож. Блин, я промазала опять. Ты, блин. Два патрона. Ребят, два патрона. Отдай мне мой нож. Все, мне, блин, я сделала для револьвера. Это две этих, два желтых пороха соединить. Это патроны для револьвера, которого у меня нет. Дай мой нож. Так, ну, блин, надо теперь... Дверь не открывается. Я не знаю, он по-любому встанет, но... Мне придется убегать от них. Так, патроны. Так, и давай-ка сразу перезарядим. На всякий случай. Блин. В эту дверь я не могу выйти. Мне надо возвращаться. Где он шагает? Вот он. Еще приходится постоять, подождать. Будет он вставать еще или нет? Так, шестеренку, блин, придется вернуться за ней позже. У меня просто нет места.
А выбросить мне, в принципе, нечего. Поэтому мне надо добежать, короче, до комнаты, где у меня есть сундук. Ну, до холла. Или куда-нибудь туда. О, мы на крыше. Ну ладно. Нет, он их не объединяет. Почему ты их не объединяешь? Негодяй, ну почему? Так. А, есть лестница. Мы можем спуститься. Нет, нет. Твою мать. Ну почему? Блин, этого следовало ожидать. Все, я туда больше не могу попасть. Ну, по крайней мере, не сейчас. Черт, а шестеренку-то я не забрала. Ну, я думаю, я все равно туда вернусь. Это у нас какой-то второй или... Второй это, наверное, этаж. Мне только надо вернуться обратно в холл. Так, вода льется. Блин. А мне, наверное, надо этой водой потушить... Ну да, как-то мне надо напор перенаправить, чтобы она вылилась на вертолет, горящий вертолет, а не сюда. Так, здесь никаких кнопок нет, только этот рычаг. А как мне тебе перенаправить? Ладно, надо в округе что-то поискать. Зайдем сюда. На лавочках ничего нет. А здесь что? Ничего. Ладно. А, патроны. Здесь есть патроны, которые мне некуда сложить. Ну, блин, это супер. Мне больше нечего сказать. Нахрен, короче, тебя трава. Он ее уничтожает, он ее не выбрасывает, да, куда-то рядом с тобой из инвентаря. Он ее, короче, просто уничтожает. Ну, патроны дороже. Патроны, конечно, более драгоценные, чем трава. Хотя лечиться тоже надо, но... Ага, мы с другой стороны вертолета, да, получается? Да. Смесь трав. Так, мы, получается, зашли с другой стороны. Да. Как раз туда, куда мы не могли попасть, потому что вертолет преграждает нам дорогу. А если мы его потушим, то что тогда? Мы сможем пройти через него, сомневаюсь, но... Но фишка в том, что его потушить можно, это точно. Не просто так же здесь этот рычаг. Мне только надо понять, как мне перенаправить напор воды. Так, ладно, ну давайте тогда спускаемся вниз. Посмотрим, что там. Должно же быть что-то. А что? Это что был за звук такой? Нифига, сразу две. Но я уже не могу ее никуда. Хрен с тобой. Не сюда и сюда. По две я не могу положить. Только по одной. Ладно. А, это дверь. Дверь. Где? А, дверь. Это... Чёрт. Блин, их двое. Блин. Всё? Я надеюсь... Да нет, конечно, не всё. Они ещё встанут. Так, вот оно. Вот оно. Это перенаправило, короче, напор воды. Я больше чем уверена в этом. Сейчас проверим.
Да, потому что... Что? Ёшкин кот, аж ты-то что тут делаешь? Это же... Кто это? Это же тот тип, да, который этот, который в тюрьме был. Да, очень, блин... Блин, куда бежать-то? Перный театр, он прям за мной идет. Это тот тип, который убил этого репортера и этого, который Ади помогал. Информатора, да-да-да, информатора. Его же рука была в черном плаще и в черной перчатке. Блин, он сюда зашел. Черт, я надеюсь, он... Твою мать, я в ловушке или он не зайдет сюда? Он не заходит. Ключик. О, зеленый ключик. Блин, места нет. А, здесь есть и сейф, и есть сундук. Хорошо. Это комната отдыха, так сказать. Комната, чтобы перевести дух. Черт, это очень плохо. Я не знаю, что это за тип, и что это монстр или что это. Кто это, вернее? И что я могу с ним сделать? Имеется в виду, могу я его убить или нет? Что-то мне подсказывает, что нет. Хотя я также думала по поводу Уильяма Биркина. Но... Блин, ладно. Это мне уже не нужно, да. Это приспособление мне уже не нужно, потому что стоит красная галочка. Я уже его использовала везде, куда только можно. Блин, этот тип все попортил, вот честно вам скажу. Забираем ключ, делаем сейф и, в общем, встретимся в следующей серии по Resident Evil 2. Всем спасибо и всем пока.